понимаю. Я жду, когда моя мама снова футбол начала играть, я понял, что нужно, чтобы быть дедушкой, уметь набросить и поймать. Нет, это да. Я сейчас... Дорогие, да послушайте, друзья, лечебные подожди, сидят. Подожди. Дорогие друзья, итак, именинник Дима Билан! Эй, привет! Да, случайно буквально. Дима, сидим. Да, приехал. Мы его тут сейчас поздравляем с днем рождения. Он очень скромно отказывается от всех наших посиделок. Ну вот кушай, кушай, Дима, кушай. Пить отказывается. Все, отказывается. Да. Но мы ему тут сейчас будем наговаривать очень хорошим. Они меня лечат. Дим, смотри. Они навязывают... Тебе все тут привет, с днем рождения. Да. Ой, отмена. Да, вижу. Вон, спасибо, спасибо. Пусть они тебя поздравляют. Чего спасибо? Вон, твой день, давай. Принимаем, принимаем. Спасибо. Спонсор показа Лера Кудрявцева. Да. Спонсор прямого эфира Кудрявцева. Лира. Дима, с днем рождения. Спасибо. Очень приятно. Вот. Ну что, вы лучшие, Лера, и пошло, 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 пошло. А дальше я. Нет, подожди, вот, давай вот, Димочка, я тебя снимаю. Да молодец, конечно, лучше. Спасибо. Я лучше. Дима, лучше. С днем рождения тебя все поздравляю. Дима, ты лучший. Дима, свой. Дима, о, свой. Лера, на обложке телефона. Класс! Высший пилотаж, видишь, да. Ну а как? Не, ну такую фотографию Леры я бы тоже себе повесил, конечно. Лера, она, тебе не кажется, она очень откровенная? Она прекрасна. Ну вот я бы тоже, в принципе, вот так вот ходил. Дима, тебе привет, прическа классная, стойка, зерошка. Дима, мы петь немного позднее. Да. Кто-то тебе хочет подарок подарить, поздравление из Казахстана. Нет, Дима не пьет, он сейчас выступать. Хотя дарит очень много алкоголя, да. Да, это для гостей все. Ну да, нет, но я могу и умел. Вот. Ну, в общем, сейчас это не столь важно в данном отрезке времени. На Новый год мы все отпразднуем, я так подозреваю, и все дружно так, не сговариваясь, в принципе, сможем пригубить, так сказать, алкосодержащий напиток. Слушай, ну тебе тут с днем рождения, привет, и что будет петь? Да, а что у нас на столе дня рождения? Столе... Конечно же, биржа. Сыр. Я называю это биржа, спаржа. Спаржа, биржа. Лосось. Лосось. Итальянская закуска. Да. Виноград, вот да. Виноград, фрукты. А это вот такая красивая водичка Страза, какая-то да. Питьевая. Сейчас я подойду. Вода. Да, ну в общем, как бы железо, вот видите, железо, все, да. У нас полезная пища. Железо, кальций, пожалуйста. Лимон, орешки, ци, да. Ци. В общем, все есть у нас. Главное лимон. Железо. Все есть. Алюминий тоже присутствует. Дима, вот. Привет с Казахстана, с днем рождения. Где забыли Яну Рубковскую, спрашивают. А, где? Где Яна сейчас? Я, кстати, тоже не знаю, где она сейчас. Вопрос на засыпку. В Москве, наверное, уже. Да, точно, в Москве я разговаривал. С утреца. Так, из Волгограда. Так что поздравили меня, да. Казахстана. Я, Дима, что тут, короче, все поздравления тебе шлют. А я адресую их тебе. Мы с Димычем пошли кушать. И скоро нам выходить на сцену. Димыч, с днем рождения! Благодарствую. Все, ребят, пока, до встречи.